воссоединение Советского Союза обеспечит расцвет экономики всего, что нынче называется постсоветским пространством. Советский Союз невосстановим ни в том виде, в котором он был прежде, ни в каком новом. Хотя бы потому, что три прибалтийские страны прекрасно все помнят и не пойдут туда. Боюсь, что не пойдут туда и среднеазиатские баи, которые почувствовали вкус власти, вкус жизни, что называется, и под московскую руку, под руку нового Ивана Грозного, совершенно не соберутся. Вы знаете, возрождение СССР, я думаю, что это уже тема прошлого. То есть все-таки то, что уже было, возвращаться, я думаю, что не нужно, учитывая то, что мы уже двигаемся, развиваемся абсолютно вперед. Но ностальгия, конечно же, у нас осталась.